А це ви бачили головного арбітра Олексій Кульбаков з Білорусі. Йому також допомагають білоруси Андрій Хетіков. Зіграв в нічю з Атлетико з Більбао, обіграв Галатасарай, Червену Звезду. Це ж також щось. Да, серйозно. Клуби. Вот, смотрите. Какие моменты гол? Пожалуйста. Это ваш комментарий. Морозюк. Но совершенно не согласовано сейчас. Морозюк и Бандура. Кто кому что подсказывал. Получился удар неприятный. То, о чем я говорил. Скользкое поле с отскоком. Вратарю сложно среагировать. Хотя надо, все равно надо в сторону. Ну да. Зачем в сторону отводить мяч? Болевальники в Едигарян. Навис слева удар головою. Ну так. Казарян. Так. Был Старухин так, да? Нет, получше немножко Старухин был. Ну, сегодня есть привет загадать Старухина. Самое 9 серпня. И передачи, чтобы обыгрывать команду. Поэтому максимально надо растягивать по фронту. Треба швидше забити м'яч, это також важливий фактор. Заспокоїть десь конечно, команду. Конечно. Так, час іде. Металлург програє, для начала удар Макридиса. Надо игру восстановить, да, и попарсу, получить да. Явное преимущество игровое. Бедви, и ой-ой-ой. Да, под правую ногу. Но пробить, наверное, надо. Хорошо. Удар. Хороший удар. Чечер. Мог еще себя подправить поближе, но и так получился неплохой удар. Жалко, что не точный. Ну, пам'ятаємо, Барановський був вдалим у матчі з Металістом. І непогано, до речі, гри. Тут така мощная трьохминутка, вона потім і суперника несколько виведе із себе, почне нервничати. Ну і во фланг. Ну, непогано, треба забивати! Який момент! Ну, традиції. І дуже хорошо навчились восстанавливатися з допомогою фармакології. Следить за зараз давайте небезпечно. Смотрим. Вибачте, удар буде. Но... А порушення не було? Как же так? Ще є час, давайте. Да. Ну, мог як би дотепно зіграли. Був би другий Трайере, він би передачу збросив на замахи і своєму... Не покажуть нам момент. От зараз покажуть. Ну, а перед этим... Про все забудемо, забитики. Конечно. Игра забывается, счет остается, результат остается, и голы остаются. Но... Ой, непогано. Попереченно. Казарян зробив все, що можна було зробити. Ось це повтор удару. 10 сантиметрів. Дивіться. Чуть ниже був би красавець. Дмитров, Морозюк. Тут Чечер ще є. Так, і ще одна спроба атакувати. Навіть непогано, треба забивати. Ну як же так? Ну підробив м'яч. Как? Может быть, надо было простреливать, если уже сильный удар не получался. Хорошая была передача. Вот там надо вбегать. Это Нельсон был. Там надо было опережать и в одно касание правой ногой. Чуем Петенко. Морозюк. Но ворваться в штрафную надо. И уже, да, ну войти. И уже сложнее будет защитнику. Нет, да, не, может и пенальти заработать. Конечно, защитник уже ограничен. Так, а еще далее Лазич. Прокинулся и Лазич, побачил, что он вміє атаковать. Сложно ему было, но сумел все-таки сгруппироваться, как-то подстроиться под мяч и ткнуть его буквально на внешней части.